Это оно. Возможно, но давай проверим капитанский мостик. Итак, капитанский мостик — это где? Это кто у нас? Что это? Клево, да? Вот видишь, как что Эггман сделал? А нормального босса придумать для... против Соника он не может. Ага, и меня вынесло наверх. Я прошла через скайдек этот. Это все было скайдеком, короче. А это да. Эми. О, а что? Она с птичкой. Соник! Слишком поздно. Я уже изумруд там сделал, дети. Нет, это не птичка. А у птички изумруд там на шее, да? Камень. Да, да, правильно. Вот почему она, вот она, он, во-первых, маленький этот камень, а во-вторых, почему она этого не знала, не видела? Мешали ему. Ну, если ты правильно, если вспомнить Adventure, там этот камешек был в талисмане. Ну, изумруд был в талисмане. Ну, не видно, типа. Этот камень тяжелее этой птицы несколько раз. О, с пушкой! Робот за нас! И он с пушкой такой. Соник такой, сейчас я его убью. А он за нас же, не? 102 вот этот. Ну ладно, не знаю. Избавься от животных. Покажи, что у тебя есть. Да, сэр. Не разочаровывай меня. Или что? Ну это гамма или омега, там как его там? Я гамма, правда, не гамма. Знаю. Он же дружественный. Я 102 гамма. Ну, а его босс-файт все равно. Чего? Чего? Босс-файт легкий, но если будешь тормозить, он... Все. Это смешно. Все! Босс-файт! С гаммой! Ножки ему переминаются, такого нет, он сломается сейчас. О нет, спина! Радикулит! Прекрати, а чё она раньше его не остановила? А-та-та-та-та-та ножичками. Чего? Отойди, змей, проще с моей дороги! Господи, какой он агрессивно высказался. Нет, этот робот мой друг, он помог мне. А раньше чё ты стояла, глазами моргала? Не трогай его! Окей, как скажешь. Прыгнулся! Прыгнулся! Да, у тебя есть на то причины. Ну вообще-то мы сейчас залет. Смотри на глаза его! Я в конце не тебе видела. Корабль теряет высоту. Да ты умный вообще! Быстрее ты схватай змеи и уходите отсюда. А как же ты? А я найду Зигмана! И проведу с ним беседу. Нашел время чая попить. А-та-та-та-та-та-та! Ножками побежал. Следующий уровень. Поехали. Так, ну, то ее кампейкем. Гамма и омега, и там можно играть, по-моему, да? Открылся кто? Да. Здравствуйте! Are you okay? Are you okay? А что она не уходит? Где Тейлз? Почему он не схватил ее? Заходи все стоять здесь. Вау, прикольно. Типа они тут будут стоять. Их хоть бы исчезли до приличия, что ли? Если я правильно помню, там можно, кстати, открыть сад Чао. О, здесь, что ли? Да. Так. А ты, господи, так трясутся все. Auto Yayakovery Use Them Activated. Если я правильно помню, он внутри, там, где были кнопки. Не, не здесь. Бассейн! Подождите, Чао подождет, это бассейн. Это уровень? Да. Здесь, если я правильно помню, спрятана наверху эмблема. Блин, загадка, короче. Где лифт? Вызовите мне срочно лифт. Я помню, что здесь вода уходит, когда ты трансформируешь его обратно. То есть тебе сейчас это нужно сделать. Убрать воду, типа? Нет, трансформировать корабль обратно. А-а-а! Господи, все в Эггманах. И розовые. Кружочки мне нравятся, розовые эти спасательные. Так, вот здесь, что ли? Да. Что? Кат-сцена! Если хочу продолжить, мне нужно вернуть корабль в обычную форму. Да, вот задание. Угу. Должен быть переключатель на капитанском мостике. Нужно найти... Ага. Я вас понял. Что это? Так, что-то с кольцами связано. Это капитанский мостик. Я хочу сад Чао, капризничаю. Может, потом? Так, сад Чао, тебе нужно вернуться обратно и залезть в ту штуку, на которой ты сюда приехала.
Oh. Если я правильно помню, он там внутри. Ага. Так, вот. Че это? Стой. Сзади. Блин. Я бы, может быть, и не нашла его вообще. Я просто даже не подумала бы, что здесь Сарчао какой-то есть еще один. Так, загадка. Легкая. Гман, да? Г. Да. А как букву Г не перепутать друг с другом? Или неважно? Ман. Ну, Эг с двумя Г идет. То есть неважно, в каком порядке именно Г эти пускать. Легкая загадка, вообще офигеть. Вот мозг сломаешь, загадка вообще. Ва, птицы! Вот это будет сад птиц. Господи, все мы на земле, смотри-ка. У нас пляж, тут никакого керри помин здесь нет, это вообще телепорт. Птички красивые. Это... Ласточка, попугай, павлин. Да. А чао, яиц нету. Или есть? Или нет? Яйцо! Есть, есть. Яйцо! Так, где птицы? Где мои попугаи? Где? Вот они. Пусть они укрутся. Я поставил павлина напоследок, ну да ладно. Да он все равно остался. Смотри на его, смотри на его морду. Он зубастый, лол. И у него сомнительный хвост. Если дашь ему второго павлина, у него будут крылья. Я хочу дать ему второго павлина. Просто он, видишь, его отбрасывает, и чё? А где крылья? Блин. Не повезло. Так, мне где повезло. Где ласточка и попугай? Ласточку следующую в жертву приносим. Это ласточка. Смотри, какая симпатичная. Их всех с умом здесь сделали. О, крылышки. А теперь у тебя клюв вырастет на башке. Да! Я ждала, пока у него клюв вырастет на башке. А ему не нравится, смотри. А, он заснул просто. Господи, у него лапы сейчас с подушечками. Птичьи лапы с подушечками, лоу! Где вы такую птицу видели вообще? Можешь летать? У него характеристика, видишь? Ему еще чуть-чуть, и он сможет летать. Давай увеличим ему клюв на лбу. Нет, это так не работает. Что-то выросло у него там. Крылья полёт. Поменялись. Полет. Крылья поменялись. Он дважды попугаем стал. Ну вот. Давай обратно. Обратно крылья давай. Оп. Но он должен уже научиться летать, не? Нет, еще. Да блин. А может быть. Может он все-таки может. Ешь гордая птица, пока не пнешь, не полетит, знаешь, потому что Чао тоже так же работает. Ну, возьми попугая. Еще чуть-чуть. У него клюв на лбу пропал! Нет! Блин! А, типа, закрой свое уродство. А чё он... Сейчас, сейчас. Чё будет? А, попробуй еще раз ему дать. Ему не нравится, ну эй! Я чё, плохая мать, что ли? Не поняла. По-моему, здесь попугай, да? Да. Вы знаете, что делать. Так, где мой крылатый Чао? Может, у него обратно клюв вырастет на лбу? Нет. Ну-ка, возьми его. Да чё он до сих пор не летает? Там где-то было место, камень такой высокий. Запрыгни туда и поставь его там. Ноуп. Не дает? Угу. Значит... Значит, сам пусть валяется там. Лег там, приуныл. Ну, по-моему, ему еще нужно пару птичек. Блин, да где ж я ему столько птица достану? У него хвост. Остались в саду, ты их слышишь. Хвост, кстати, поменялся у него. О, птичка сама пришла. Угу. Возьми птичку, я же не могу рывок сделать. Блин. Стой. У тебя где-то на кнопку должен быть свист. Не, не реагирует. Спать хочет. Как тебя забрать, а, чувак? Его пендели. Ты видел это? Я не знаю, куда он улетел. Кажется, он научился летать. Я же говорил, что он гордая птица. Вот теперь он должен летать. А, у него опять хвост поменялся на ласточку. Если он куда-то сейчас поползет. Ага. По-моему, сейчас засел. Попробуй его накормить. Качаемся. Не насилуй дерево, ну ё-моё, вообще бесстыжно. Господи. Вау, и хурма. Где ты?
А чё он не доел фрукты, не поняла? Ну ты его отвлекла просто. Блин, я же ждала, пока он доест. Жри давай. Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Прикольные звуки. А чё он не доедает ее? Доедай давай быстро. Не-не-не, аккуратненько его. Сойдет? Он прыгает. Давай, слетай. Это он что-то спрыгнул, я не знаю, полет это был или нет. Нет. Блин. Ну ладно, пусть так летит. Так, теперь выход ищем отсюда. Телепорт! Мне просто нравится, платформа просто провибрировала и его телепортировала. По идее, типа подняло его в небеса, получается. Господи. Да. С точки зрения сюжета, наличие этого сада сейчас вообще не в тему. О, там робот с метлой. Где? Какой миленький. Ура, люлька! Хочу в люльку, дайте люльку. Поехали. Ниже в центр. Ножку поднял такой, поехал. Флекс. Я не могу на это смотреть. Так, поехали дальше. Куда? Ну вот, где он там стоял, втыкал, базарил. Нет, не сюда. В эту сторону. Вот, правильно, правильно, правильно. Во, горячее. Нет, теплее. Туда. Сюда. Горячо. А, вот сюда. If you turn his switch on, чего? Короче, по колечкам. Вот, вот. Да. Лбом профлексился там. Так, кресло. Вау, массажер. Зачем я завожу эту способность? Как это работает? Серьезно. А. Оно для чего вообще? Ну, тебе на кнопку надо нажать. Ага. Блин, Эггман, ты не мог немножечко полегче это все сделать, а? Ну, то есть ты понимаешь, Эггман садится. Нет! Я же прям отключен. Ага. Ну все. Чё это за игрушка у доктора Эггмана с Алиэкспресс, я стесняюсь спросить. Куда идти-то? Вот такое вот. Мне выйти надо куда-то. Кресло, ну, кресло. Ну, типа отодвинуть. Кресло отодвинуть, да. И выйти. Ну, ты чего не едешь? Чё, то ли кресло не едет, то ли я в него еще не запрыгнула. Паровозик, кстати, какой-то. Ну, я всё, ее ботник. Теперь... Run away. Он что, свалил? Там, нет, она была? Тебе просто туда нужно. На... Вернулся на платформу. Вот. Биж! Это куда ты падаешь? Я хотела к бижу. Я... Нет! Блин, давай внутрь тогда. Бах. Опять в центр, опять катсцена. И уже хаос откуда-то взялся здоровый. Да ну нафиг, как, блин? Да ну нафиг, какой он мерзкий. На. Нет. Кеос. Может это тот самый монстр? Действительно, может нет. Атакуй Соника сейчас же. А он внутри там. О, господи, я ненавижу Пика вообще на самом деле с этим персонажем. Если он твой друг, я помогу. Вы знакомы? Я впервые играю в Adventure и не знаю серию Соника. Я не знаю, кто это такие и что они вообще за чушь несут. Вот что я могу сказать. Я же нашел пропавший хвост хаоса. У Фроги, да? Тебе не сойдет это с рук. Сойдет! Тебе не сойдет это с рук, сойдет! Ты ничто перед хаосом. Хорошо, хаос, уничтожь их всех. Ну ладно, без этого, без мягкого знака бывает. Так, давайте рыбачить в нем. Ах, блин, мы же Соник, ну ладно. 6. Окей. Чё делать? Ладно, не это. Ага, вот. Рыба. Плоскую рыбу надо к нему дать. Да... Ну, если не ешь меня. Господи, какое уродливое существо вообще. И надо... Чё? Он съел рыбу? Нет. Что он делает, а? Это ж... Чего вообще? Я этого босса не видела ни в одном, ни в видосике, нигде, ни случайно, ни вообще нигде. Ну, мне начинать рассказывать, как его бить или нет? Нет, я сама сейчас найду. Так, этот хоминкс не срабатывает больше. Он что-то сожрал, как будто рыбу. О, он замерз. А можно что-то сделать с этим?
Что-то отвалилось, как будто бы. Так, нет, мокрого его бить не надо. Да нет, кольцо не собрал. Он меня жрет. Ай-яй-яй. Зато я на мостике ни разу не упала, так что ладно. Сойдет. Так, только если ты заморозишь хаоса, можно ему дать пенделя. Ладно, понятно, он меня затягивает. Не-н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 е. Не хочу. Давай рыбу сюда. Я не знаю, как его заморозить. Он, по-моему, через рыбу. Ага-ага. Ешь рыбу. Да, фига себе, у него атаки есть. Вот это нормально, это на босса похоже, потому что я сразу вот не могу понять, как его убить. Надо как-то его заставить эти рыбы съесть, я, по-моему, так поняла. Это на самом деле ни хрена не рыба, но ну ладно. Если мне показалось, что это рыба, значит это рыба. Ага, вон замораживающая это. Да нет, он съел и затянул меня. Я выберусь. Я кольцо хочу. Вон она. Ешь рыбу, блин. На, покушай. No way. Ну, типа, вот я ударила, да? Засчитали, надеюсь. И... Блин. Нет. Не так. No way. Рыба. Еще одна. Ешь. Ешь. Он сам должен съесть. Вот, типа, наступить, да? Нет, он... нет, надо загнать ему. Впасть. Бред вообще, господи. Ну это хотя бы на босса похоже, видишь, вот что-то бить там надо. Просто он уродский очень. Какие-то хвост у него. А, он замерз. Последний раз, по-моему, здесь всех по три надо ударить. Нет, это босс. Он серьезный. Его 4 раза надо ударить, наверное. Ну давай, ну блин, жрить. О, что делает? Он меня хотел хвостом ударить. А, ну ей. Надо именно засунуть ему в пасть рыбу, так все он сойдет. И он рассыпался на куски. Эггман, где? Сделано. Эггман, где твой хаос? Дай-ка мне свой хаос сюда. На хаосе вот здесь. О, господи. Множество кольцо. 350 кольцо. Да, одно кольцо засчитало у меня. Класс.